Вот. Вот зачем я это сделал. Но! Ах Женечка. ты ж говно! Ах ты ж Сядь, сволочь! сядь, 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 Женечка, я давно хотел тебе сказать, зачем нам вот эта Юля, а? Выбери меня, Женечка. Я твой принц на белом коне, Жень, я давно хотел тебе сказать. Женечка, 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 держи, держи мои труселя, Женечка. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу огромную активность под предыдущими сериями. Только благодаря вам мы снимаем троллинг. Да, ребята, и ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите видеть троллинг как можно чаще. Мы увидим много лайков и будем записывать с Жекой троллинг как можно чаще, как можно больше. Да, Жека? Да, конечно, конечно, ребята, все зависит только от вас. Ну что, Эдисон, ты готов построить что-то для меня? Готов как никогда. Давай, все, не будем тянуть, давай беги, я тоже побежал. Все, хорошо, хорошо, сейчас я тебя затроллю, все, давай. Ну ладно, давай, давай. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга. Лайки, комментарии, если ждали, если хотите еще больше серий по троллингу, потому что мы с Жекой будем записывать их для вас как можно чаще, поэтому не ленитесь, ребята. И в этот раз у меня уже есть небольшая идейка, что я построю Жеке. В этой серии я в такой-то степени приглашу его на свидание. Ничего не подумайте, в конце серии все увидите, ребята, это будет такой себе троллинг. Поэтому дайте-ка я быстренько сейчас построю и потом вам покажу, что с этого получится. Что, ребята, вот я и построил все мои ловушки для троллинга. Давайте рассмотрим первую ловушку для Жеки. Что это будет такое? Как я уже сказал, в этой серии я позову его на свидание, да? А поэтому в первой комнате я предоставлю ему выбор. Жека, вот тут с левой стороны у тебя есть две двери. Одна — там, где ты сможешь найти фрукты для свидания. Другая — там, где ты сможешь найти броню для того, чтобы выжить в дальнейшем. А, и он должен будет выбрать. Если он выберет броню, он сможет выжить в следующей комнате. Но если он не выберет фрукты, то потом в конце этого всего троллинга я его укокошу за то, что он не выбрал фрукты и сорвал свидание. Так же, как и с правой стороны, у него тут будет вино и также меч. Меч, чтобы убить монстра, который будет в следующей комнате, а вино для того, чтобы не сорвать свидание, чтобы его свидание сегодня в этой серии удалось. Поэтому посмотрим, что Жека выберет. Следующая комната. Что будет в следующей комнате? После этого всего прохождения он пройдет вот сюда. Ему тут нужно будет найти выход с этой комнаты. Вот это, вот эти все ящики, это спрятанные сундуки. Вот именно в этом сундуке у нас будет рычажок, с помощью которого он сможет выйти с этой комнаты. Но вот эти пони, которые на вид очень миленькие, будут его кукошить прям так, то что он реально сойдет с ума. У них кнокбэк такой, то что он будет просто пим-пим-пим-пим-пим летать по всей комнате, как бейсбольный мячик. А, поэтому, если он не сможет добыть бронь и меч в предыдущей комнате, то ему жопа в этой комнате. Но если он не добудет вино и фрукты, то ему жопа в следующих комнатах. Поэтому, после того, как он найдет вот тут рычажок, он выйдет с этой комнаты и окажется вот тут на улице. Что дальше? Что будет, когда он выйдет вот сюда на улицу? Я ему скажу: Жека, у тебя сейчас будет свидание. Дабы его не сорвать, тебе нужно добыть цветочек, который мне понравится. И потом я тебя пропущу дальше на свидание, и ты посмотришь, что там будет. Если он, допустим, захочет взять вот этот цветочек, то не сможет, потому что провалится в лаву. Я ему скажу: Жека, мне не нравится вот этот цветочек, поэтому давай лучше какой-то другой, да? Если он, допустим, захочет взять вот этот цветочек, то у него за спиной будут спамиться зомби. Как видите, они там появляются, но они сейчас не спамятся, потому что у меня стоит peaceful. Когда будет на изи или нормале, то тут будет куча зомби. И что? Еще один цветочек, который находится вот тут, на вот этих верстаках. Может, это и обычные верстаки, но если он нажмет на эти верстаки правой или левой кнопкой мыши, то они превратятся в TNT. Это такие специальные верстаки для троллинга. А самый нужный ему цветочек будет вот спрятан вот тут. Ему нужно будет его добыть. И после того, как он добудет цветочек, он пройдет вот сюда в финальную миссию. Он сядет сюда, сюда посадит вино, фрукты, сюда цветочек и сядет. Это его девушка Юля в реальной жизни, но я подойду, укокошу его с ее с одного удара, сяду на ее место и начну издеваться Жеке, мол: Жека, я давно хотел тебе сказать, у меня к тебе есть
очень чувства такие большие, о которых я просто не осмеливался тебе говорить, сообщать. Жека, ты мой принц на белом коне. И пошел ты в задницу. Короче, я его когда вот так затроллю, у Мегасон прям охренеет от этого всего. Поэтому, ребята, давайте будем смотреть, что будет дальше. Подождем, пока Жека достроит. И увидим, чем кончится наше свидание. Ага. Ну шо, Эдисон, Эдуардо, Перец, Яну, я готов. Я тебя уже заждался, если честно, что ты как-то медленно строишь. Давай, все. Да блин, у меня просто проблемы с интернетом были, понимаешь, проблемы с интернетом. Я заметил. Давай, Жека, все, идем к тебе. А, да? Все, давай. Собственно, я на самом деле построил не так уж и много, хоть я и так долго строил. Но все же, короче, включай Game Mode 0, тебе пригодится ставить или ломать блоки, поэтому. Ну ладно, давай, давай, я готов. А может не пригодится, потому что я ничего не построил, заходи. Ладно, Жека, пошли мой троллинг проходить. Пошли, выходи. Да нет, тут на самом деле много что можно посмотреть. Ты вот можешь походить по этой замечательной траве. Возможно, что-нибудь даже найдешь. Может, да, тут будет какой-то троллинг. Да, возможно, ты что-нибудь найдешь, да. Ну ты можешь так тщательно не ходить, ты главное, вот, ну можешь просто вперед пройтись, там, мне кажется, что-нибудь. А, просто вперед. Да или провалюсь, да, куда-то в лаву. Да не, никуда не провалишься. Да, вообще никуда не провалюсь. Так, Жек, мне не нравятся вот эти плиты. Может, ты пойдешь, наступи на них. Ну хорошо, наступил. Ага, ничего нету. Так, собственно, Эдисон, смотри, перед тобой стоит просто один из самых главных выборов твоей жизни. Вот я сейчас вообще без всякого троллика тебе говорю, кого ты больше любишь? Меня, видишь, меня заперли в клетке. Ну. Или своих подписчиков. Видишь, они маленькие, и тебя вот они, видишь, они их заперли. Вот. Кого ты больше любишь? У тебя есть всего лишь один рычаг. То есть ты можешь открыть только одну клетку. Кого же ты выберешь? Своих любимых подписчиков или своего любимого друга? Нет, нет, так нельзя. Рычаг составить нельзя, Эдисон. Это не наработка карты. Всегда надо ставить рычаг нельзя. Жек, у меня... А, все, вот. В смысле нельзя? Почему нельзя? Ты должен выбрать, Эдисон. Нет. Жека, я не могу такой выбор совершать. Ну, как бы... Давай, выбирай. Я тебе говорю, это серьезно. Без какого-либо троллинга. Кого ты выбираешь? Меня или... Или своих подписчиков? Давай. Я жду, ты слышишь. Ну ладно, давай так. Сейчас, а почему у меня голод тратится? Сейчас. Так, ладно. У меня такое предположение. Подписчики, вот вы меня сейчас понимаете, да? Это паскуда, сейчас меня точно убьет. Если я выберу не его, то он меня убьет. Я, конечно, вас люблю, я вас вот выбираю, да, но если я выберу вас, он и меня, и вас убьет. Так что я вам сохраню жизнь. Так что все. Все понятно, Эдисон не любит своих подписчиков. Ладно. Все. Да, ладно. Пошел в задницу. Это не подписчики оказались, это оказались хейтеры, которые меня сейчас убьют. Вот так, да, бейте его. Убери хейтера. Вот так вот, Эдисон, в общем-то, ты ничего не правишь. Жека, где я появился? Ты, по идее, должен был здесь появиться, потому что я поставил spawn-point специальной кнопки, но... Так, все, я тут. Да убери нафиг! Все, сейчас я их уберу, подожди. Убери хейтеров, Убираю, все, хейтеры вон. Хейтеров нет. Ну, собственно, тебе ничего не остается, как выбрать меня, я думаю. А, то есть я могу сломать, да, рычаг? Да, вот. Что-то мне кажется, ты меня тоже забабахаешь, поэтому... Ой! Дебил, кусы, что это такое? Эдисон, понимаешь, ты все-таки любишь меня больше, чем подписчиков, и за это я тебя убил. Это были хейтеры, а не подписчики. Так. Больше, чем хейтеры, все, за это ты уничтожил, так вот, где телепортируюсь. Да пошел ты в зал! А где ты... подожди, стой, не иди туда. Ну. Так, в общем-то, вот. Ну, понимаешь, мораль всей басни такова, что тебе не нужно выбирать. Ты должен любить и меня, и подписчиков. Ну, поэтому... ты мне один рычаг дал, паскуда, поэтому я выбираю Тинти. Вообще, тут был другой прикол. Ага. В этой комнате ты должен был найти еще зажигалку. Ну, да ладно, вот он валяется. Да, вот он валяется. Ладно, так, я потопал. В общем-то, выбирать не нужно, ты должен любить и меня, и подписчика, вот так вот. Как бы ты мне выбора просто не дал. Так, ладно. Ой! Смотри, Эдисон, здесь, собственно, это обычная комната, в которой есть кодовый замок, да, то есть должен угадать код и войти в эту дверь. Подсказок никаких не будет, делай все, что ты захочешь, собственно, давай, прояви свою креативность.
Издеваешься? А как я могу? Так, сейчас. Я слышал какой-то... Тихо, молчи, молчать. О. Ну да, и что такое? Что тебе далось? Ну-ка, рассказывай. Ничего мне не далось. Джек, откуда я нафиг... Так, что там наверху? Там я сундучок, да, какой-то вижу? Ага. Можно попасть, да. Ты издевайся, как я сюда смогу пройти? Вообще, даже не знаю. О! Так, Эдисон, ты попал в лабиринт, что ты будешь дальше? Конченые твои лабиринты, если честно. Так, где я? Ты, по-моему, нашел рычаг какой-то. Ага, за охрененный рычаг чуть не мочил. Так. Меня не трогай, Видимо, не тот рычаг. Видимо, не тот рычаг. Ищи дальше. Жеков, да, я еще опять вернусь в ту комнату, я просто вангую. Так, где я? Не знаю, где ты. Где я, Жека? Так. Ой, я что там нашел-то? Жека, только не говори, что я не смогу отсюда выбраться. Мне нужно возвращаться обратно, да? Да, тебе нужно возвращаться. Да пошел ты в задницу! Давай, не. Вот подписчики, почему я его не выбрал. Я его не. Я его не люблю. Видите, как он. Как он надо мной издевает. Что ты там сделал? Я упал. Да? Ну ладно, я тебе могу даю еще один шанс выйти отсюда. Давай, Эдисон, ты справишься. Да пошел ты. А, да тут я просто тебя не вижу. Ты где, Эдисон? Ну так что. Я не знаю, где я. А в смысле, реально, ты где? Встань шефта? На, пошел в задницу, не буду. О, так, я выбрался обратно. Ой, все, молодец. Ну, собственно, у тебя есть первые две цифры, правильно? Эдисон, подожди, ты нашел первые две цифры, правильно? Ну, да. Все, молодец. 0,05. А можно учить их даже. Да, 0,547. Нет, не работает. 0,521. Не работает. 0,569. Не работает. 0,542. Не работает. Что же делать, Эдисон? Я еще угадаю, не переживай. Да, так, давай. Ну, вообще, на самом деле, у тебя тут есть как бы, ну, ты можешь взять вот еще подсказочку где-нибудь сюда, видишь? Жека, да. Эту задницу, не хочу я твои подсказочки, я... Эдисон, я удивлен, что ты уже 500 раз нажимаешь на кнопку и не можешь... Да я не понимаю, что тут за кнопка! Вот! Ага. Какой же ты дебил! Ясно. Почему ты сразу не понял? А я не понял! Слушай, подожди, откуда я могу знать? Так. Ой, что-то не можешь, да, попасть? Жека, мне кажется, это не достает туда. Ага, вот. Ой, да я... Ты издевайся, я в полете должен это достать! Да пошел ты в задницу! Давай, Эдисон, ты справишься! Я в тебя верю. Ой, прыгучий закончился. Ладно, я даже уберу рулюк, чтобы тебе было попроще. Давай. Ты вообще на себе испытал вот это? Это вообще реально как да, бы? Да, я доставал как бы. Это нереально в полете, это за полсекунды схватить. Нереально. Если даже ты что-то сделаешь, чтобы ты смог. Ты понимаешь, у меня просто... Вот, все, и пошел в задницу. Так, а за зал алка тут ничего нет. Ой. Я не могу. Жека, это... Я взял код. Это самый тупой троллинг, честно. Ой, да, конечно. Слушай, а мне нравится, Эдисон, Я смотрю, у тебя тут прыгаешь. Ты справишься, я в тебя верю. Я отвечаю то, что даже на себе вот это не проэкспериментировал. Эдисон, ты понимаешь, что ты тут можешь встать на сраный блок? Я не могу просто понять, почему ты так не можешь тут отпереть? Да не... Твою там мать, пошел ты в задницу, отойди. Сложно, давно так и зачем? Да сложно нафиг! Так, пошел в задницу, 0,5, 0,1 или как? Нет. 0,1, 0,5. Все, иди нахрен. Пошел, не иди за мной. О, смотри, я не могу больше смеяться, Так. Ага, ясно. Да, Эдисон, собственно, ты почти прошел мое испытание, но ты очутился снова в самом начале. А теперь я тебе предлагаю просто посмотреть наверх. Ну и еще это такое? Еще это такое? Это, собственно, называется метеоритный дождь. Эдисон, уворачивайся. Джека, что это такое? Я не могу понять. Эдисон, уворачивайся, ты должен увернуться. Джека. Беги, Эдисон. Пока, я убежал. Я убежал, Жека, я убежал.
Вот, все, на этом, собственно, закончен мой троллинг, затроллировано, и я могу приступить к твоему троллингу. Метеоритный дождь. Ну ладно, пошли. Пошли, пошли. Пойдем. Так, какой мне гемот включаешь, чтобы делать? Ну, включай гемот 2 лучше. Хорошо, а ты где? Вот ты пахайся ко мне. Знаешь, Жека, я на вот это все не обижаюсь, я наоборот тебя люблю, и вот смотри, я докажу тебе вот это. Пошли. То, что я тебя люблю в этой серии. Что-то мне это уже не нравится. Я тебя очень люблю, Жека. Пошли. Так, ну смотри. Сегодня в конце у тебя будет что-то необычное. Вот прям что-то вообще необычное, Жека. У тебя тут есть 4 двери. Две с левой стороны и две с правой. Тебе нужно выбрать одну дверь с левой стороны. Куда ты пойдешь? За... А справа нельзя? С правой пока нет. А куда ты пойдешь? За железной бронькой или за корзинкой с фруктами? Выбирай. Ну там меня подожгут, а там меня не вижу. Там меня расстреляют. Ты не думай то, что расстреляют, подожгут. Ты думай о будущем. Что тебе пригодится? Фруктики или железная броня? Ну я думаю, фруктики мне больше нужны. Давай. Да, ну ладно. Так уж и быть. Иди, забирай. Фруктики, ура! Фруктики, ура! Так, молодец, взял. Ты серьезно? Я думал, то, что это будет. Нет, реально фруктики, я же тебя обманывать буду, так? А что, я вот так не могу взять? Не. Так, Жек, теперь с правой стороны. Блин, а я хочу... Не хочу твои фруктики. Не, все поздно. Ладно, хорошо. Жека, железный меч или бутылочка вина? Знаешь, я вот после предыдущего уже, конечно, понял, что там реально будет бутылка вина, поэтому меч, давай лучше меч. А ну ты подумай о будущем, о последующих вот этих всех проблемах, которые на тебя придут, если ты... Не-не, я хочу вино. Все, ты выбрал. На Новый год скоро, хочу вино. Ну ладно, как хочешь. Только не говорите мне, что я буду сражаться с монстрами с помощью фруктов и бутылкой вина. Я из нее розочку... А, сделаю! Ой. Мне сейчас реально тут бутылка вина, вот не дай бог. Да реально бутылка вина, вы издеваетесь? За все мои страдания мне дают бутылку вина. Бутылочку вина. Давай, выбирайся, Жека. Ой, сейчас я иду. У меня, кстати, зажигалка осталась перед моим испытанием, можешь забрать это. Да, я лучше заберу. Так, ну хорошо, ну бутылка вина и фрукты. Я готов, в принципе, делать розочку. Я можно разобью, дай мне розочку? Нет, нельзя. Ну вот смотри, Жека, ты, конечно, сделал правильный выбор. Забери ее. Смотри, Жека, ты сделал... Да не ставь ты ее тогда на землю, дебил. Вот две бутылки, на плечи. Так, Жека. Отдай, нет, ни одной. Одну отдай. Не отдам, все, не отдам, ну ладно, на, держи. Она тебе еще пригодится, Жека. Ладно, ты сделал хороший выбор, но он тебе не поможет в следующей комнате, но поможет потом в следующей комнате. А вот был бы у тебя меч, ты бы смог выбраться отсюда. Да блин, в смысле? Ладно, мне эти пони, я их не боюсь. Беги, Жека. Я, конечно, люблю пони, да хватит, я уже не понимаю, что происходит. Тупые пони. Ну вот, Жека, был бы меч у тебя, ты бы их убил. Но ты сделал свой выбор. А, сундук, в сундуке ничего, нет. Ищи рычаг, Жека. Ну там тоже, нигде нету. О, рычаг, нашел. Давай, выбирайся отсюда. Все, убери их. Ой, ну что, Жека. Иди сюда, подойди сюда на старт. Жека, у тебя след... Жека, ты уже провалил свое задание, как бы, ну да ладно. Жека, тут цветочки есть, да? Ага, да. Тебе нужно найти цветочек, который мне понравится. Только один. Вот ищи. А он не взорвался, случается? Ну, взорвался, ну давай ищи еще один. Ну хорошо, допустим... Спасибо, да. Да не за что. Ладно, в принципе, это тебе эти задарю. Нет, я хочу тебе цветочек. Держи, только открой меня. Да, это не подходит, это не тот, Жека. В смысле не подходит? Я тебе сейчас дам. О, нашел, вот этот тебе подойдет. А там еще один есть, Жека. Там еще один. Там еще один. Я не могу. Помогите. Так, Жека, ты пехайся. Ладно. Все, я вырубаю зомби, с тебя хватит. Жека, да, там еще один цветочек, если тебе нужно собрать все цветочки. Да! Твою бабушку! Ладно, этот цветочек мне очень нужен, я просто тебя затроллил. Так, Жека. Проходи, никого не бей, просто проходи в следующую комнату и садись. Это кто? Женечка.
Ну-ка, садись, садись. Не хочу. Да садись! Это твоя девушка Юля. Открою тебе секрет. Похоже на девушку. В смысле, ты уже делал даже вот такой скин, поэтому это твоя девушка Юля. Садись. Ну ладно, все хорошо, хорошо. Ну. Ставь цветочек красненький вот сюда, на вот это, да. Ставь вино и фрукты на стол. Сейчас, подожди. Так, ага, вино и фрукты. Так, садись, Женечка, садись, садись. Зачем ты руку взял меч, мне это не нравится. Да, садись, я вас буду сейчас благословлять. Да, на цветочки, я тебя задобрил. Спасибо, я буду благословлять вас. Так. Давай, ты сел? Ты у меня стоишь. Да? Сядь еще, вот, молодец. Короче, Женечка, это твоя девушка Юля, да? Все вот это испытание было ради того, чтобы устроить свидание вот тут в конце. Цветочек, бутылочка вина, фруктики, да? Вот. Вот зачем я это сделал. Но, Женечка. Ах ты ж говно! Ах ты ж! Сядь. Женечка, я давно хотел тебе сказать, зачем нам вот это Юля, а? Выбери меня, Женечка. Я твой принц на белом коне, Жень, я давно хотел тебе сказать. Женечка, держи мои труселя, Женечка. Женечка, мой любимый. Ой, Женечка, ты там где, Женечка? Так, ребят, я... Вернись ко мне! Я не буду больше респавниться! Ой, Юля, бери свои баранки, собирай, пойдем! Пойдем от этого маньяка! За мной, прыгай! Да, видишь, на трассе прыгать. Вот видишь, как тебя нужно троить, чтобы ты себя неловко почувствовал. Поэтому я выиграл, ребят, да. Вот. Ой, да, конечно. Он сам себя там троллит, поэтому, ребят, мы с вами будем заканчивать эту серию, пускай он там себя дальше продолжает троллить. Ну... Это мои труселя, которые я тебе дал. Ой, так, у меня аж башка заболела, если честно. Ребята, ставьте большие пальцы вверх на вот эту серию, если хотите, чтобы мы дальше Жека продолжали записывать троллинг в Майнкрафте. Чем больше лайков, тем больше серий будет выходить, да, Жека? Да, конечно, не забывайте комментировать, ребята, видео, мы читаем абсолютно все комментарии, так что комментируйте. Да, и большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.